Итак, только что завершилась торжественная церемония возложения цветов у монумента независимости. Добрый день, коллеги! С праздником независимости, страна! Сейчас, находясь на этой площади, конечно, пребываешь в таком восторге от происходящего и понимаешь цену, которой далась независимость, как нелегко суверенитет дался Казахстану, и от этого еще больше гордишься своей родиной. Сегодня морозное утро, но несмотря на это, алматинцы пришли на площадь, это уже стало такой традицией отдать дань уважения празднику. Пожалуй, каждый казахстанский школьник знает историю монумента независимости золотым человеком. В учебниках мы уже ассоциируется, да, такой с визитной карточкой Алматы. Этот монумент был установлен также 16 декабря 23 года назад в самом сердце Алматы по указу первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Высота стелы 28 метров, что, пожалуй, я считаю символично, учитывая 28-летие республики. Сейчас у подножия стелы, у скульптуры множество цветов, люди подходят, фотографируются, родители рассказывают детям историю праздника. Всех преисполняет такое чувство гордости за нашу родину. И нам удалось поговорить со многими. Действительно, настроение у всех, несмотря на действительно морозную погоду для южной столицы, отличное. Салтанат Алмаз, еще раз добрый день. А какие поводы для гордости есть у вас? Что вы можете привести? Почему вы гордитесь своей страной? Добрый день, Гульбану. С праздником, во-первых. Здравствуйте. Лично я испытываю особый трепет, когда слышу голоса наших певцов с больших сцен, как недавно Димаш в Нью-Йорке, или до этого Ержан Максим на детском Евровидении, а вот год назад Данелия Тулешева. Да, действительно, Салтанат, я вас очень понимаю, потому что когда видишь наших казахстанцев, как они блистают на мировой арене, преисполняешься такой гордостью и понимаешь, что наша казахская земля еще очень много подарит талантов миру. Салтанат Алмаз, еще раз с праздником нашу страну. У меня на этом все. Коллеги,